БМП К-21 оснащена двухместной башней с 40-мм автоматической пушкой, которая является развитием шведского орудия Бофорс. Скорострельность пушки 300 выстрелов в минуту. Имеется возможность стрельбы с автоматическим программированием боеприпасов на подрыв на определенных дистанциях. Система управления огнем обеспечивает обнаружение целей на расстоянии до 6 км и их идентификацию на 3 км. Дополнительным вооружением является пулемет калибра 7,62 мм. Особенностью машины является широкое использование в конструкции композитов, что, по мнению разработчиков, должно было снизить ее массу. Несмотря на это, ее вес остается весьма внушительный – 25 тонн, что существенно больше, например, чем у российской БМП-3 с массой 18,5 тонн. Бронирование БМП обеспечивает защиту от 30-мм снарядов в лоб и пуль калибра 14,5 мм по бортам. Максимальная скорость – 70 км в час.